Изолирующие механизмы. Что такое изолирующие механизмы? В чем значение изолирующих механизмов? Появление изолирующих механизмов у особей одной популяции, связанные с приспособлением их к обитанию в неоднородных условиях среды одного ареала, приводит к образованию нового подвида и, как следствие, возможности появления нового вида. Те же механизмы препятствуют скрещиванию между особями близких видов в тех случаях, когда они живут на одной территории. Изолирующие механизмы – это те, которые приводят к ограничению генного обмена между популяциями. Какие виды изолирующих механизмов вам известны? Приведите примеры. На Гавайских островах обитает два вида фруктовых мушек, которые внешне очень похожи. Оба вида живут в одних и тех же местах, питаясь соком одного и того же древесного растения. При этом один вид питается соком, стекающим по стволам и ветвям в верхних ярусах дерева, в то время как другой лужицами сока на лесной подстилке. Скрещивание между этими видами никогда не происходит из-за их пространственной разобщенности. Вот тоже пример пространственной разобщенности. Интересный пример поведенческой изоляции демонстрирует различные виды светлячков. Для каждого из обитающих вместе видов характерна определенная световая траектория и типы испускаемых световых сигналов. Траектории могут быть зигзагообразными, прямыми или в форме петли, а световые пульсации – короткими или длинными, в виде устойчивых отблесков. При спаривании особи подбирают друг друга, строго ориентируясь на тип светового сигнала. Этот пример показывает, что изоляция между популяциями может закрепляться путем формирования определенных типов поведения, выработки рефлекторных реакций лишь на сигналы того или иного типа. Цветочную пыльцу некоторых видов растений, например, орхидей, разносят лишь определенные виды животных, чье инстинктивное поведение – залог того, что генный обмен будет происходить только среди особей своего вида. У животных с наружным оплодотворением изолирующие механизмы срабатывают на молекулярном уровне. У морских звезд и некоторых видов моллюсков роль изолирующих факторов играют различия строения специальных белковых молекул, которые связывают сперму и яйцеклетки. Находясь на поверхности яйцеклеток, эти молекулы реагируют лишь на сперматозоиды своего вида, что исключает возможность слияния половых продуктов разных видов. У животных с внутренним оплодотворением эту роль выполняют различия в строении половых органов. Наконец, у многих животных период размножения начинается при строго определенных сочетаниях внешних факторов, например, температуры и освещенности. Эти факторы действуют на них как сигналы к началу спаривания. Разные виды реагируют на одни и те же факторы по-разному. Благодаря этому сроки размножения у них не совпадают. Изолирующие механизмы препятствуют развитию организма из зиготы, образовавшейся в результате слияния гамет самца и самки разных видов. Гибриды, возникшие таким образом, обычно быстро погибают или остаются бесплодными. Так бесплодны гибриды зайца-белика и зайца-русака, куницы и соболя, лошади и осла. Почему гибриды различных видов организмов стерильны?
У межвидовых гибридов срабатывают изолирующие механизмы. Обычно они связаны с тем, что в организме гибридов невозможен мейоз, вследствие чего не образуются половые клетки. Например, вследствие этого стерилен мул, гибрид лошади и осла. Вот он, мул, гибрид лошади и осла. Или лошак, гибрид жеребца и ослицы.